День варенья. Шантел 4 годик. Шантел, с днем рождения, дочь. Давайте три раза скажем. С днем рождения. Подожди, три раза. И с днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Ура! Ура! Молодцы! А сейчас мы хотим кушать. Да. Давайте нам... Всем приятного аппетита! Тихо. Здорово тебе, счастье, здорово, благополучие. Что ты не болела? Что с тобой было все хорошо? И сейчас ты была все красивая. Ты мой царь. Браво, браво. Родной брат поздравил твою сестру с днем рождения. За сказанное. По СТП, давайте. Теперь Арнелла берет слово. Я желаю тебе счастья, здоровья, благополучия, чтобы ты никогда не болела и слушалась маму с папой. Браво, молодец, браво, браво, браво. Теперь Паула. Шантел, с днем рождения тебя, я тебе желаю счастья, здоровья, чтобы ты... Молодец, браво, браво, браво. Браво. Спасибо. Браво. Камила. Камила. Бери к пожалуйста. Да. Браво! С днем рождения! Браво! Браво! Молодцы! Все, теперь все тосты сказали. Что ты желаешь, Роза, всем своим родственникам, друзьям, братьям, сестренкам? Сейчас она прожует. Она молодец. Всем спасибо, всем счастья, всем здоровья, добра, радости, чтоб Господь вас оберегал, охранял. Счастья, здоровья. С днем рождения, ура! Ура! Ивандер поздравляет с днем рождения. Ну, а я тоже хочу сказать. Девочки, смотрите, не понимаю. Скажи. Все, я ладно, Гриша, ну поставьте туда поближе. Happy birthday to you. Happy birthday, Chantella. Happy birthday to you. 4 года! Ура! Браво, девочки, руки вверху! Хлопаем! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Браво! Камила, ты где? Тебе не надо вставать. А мама не слышит? Мария, походим. Мы должны были сказать.
Ну что, давайте. Давайте, налейте у всех. Давайте, наливайте. Шампанское. Браво! Роза поздравляет Шантел с днем рождения! Ну, все доступны. Браво, браво, браво. А теперь дедушка. Но вопрос будет очень короткий. Я хочу пожелать, чтобы наша принцесса выросла и стала королевой. Ура! Чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы, богаты и любимы. Спасибо вам, Дуги! С днем рождения! С днем рождения! Роза, с днем рождения! Роза, скажи спасибо! Это мне большое. Роза, скажи спасибо! Ну ладно, уже не спасибо! Так, бабуля. Это Дубинский. Да, да. Спасибо, фея! Она еще не разнесла. Она сейчас оденется. Сядьте, покушайте, я потом... Она еще не оделась. Нет, она еще улетит, я покажу. Она улетит, я вам скажу. Нет, она еще не отчитала. Она только оденется, пушки покушает. Дайте мне два! Вам скажут, вы посмотрите.
Ко мне лицом, да! Браво! На мэк! Шантел! Тоня! Роза! Наши бабушки! Кто лучше, тому будет цветок, но тот, кто получит шоколадку, еще должен отказать, как называется, цветок. Кто умеет читать, должен не прочитать. Мама, ты что за цвет? Руслан, ты здесь у меня? Ты что за цвет получишь? Да, это не говори, это шантел, это не выдумывай. Вот. Приготовились? Дети? Руслан, давайте садись быстро. Быстро. На траве. Сейчас еще вторая песня. Прошу. Так, да, не то надыхаю, без очки не решаю. Итак, мне кажется, я, конечно, без жюри, я здесь командир полка. Даже ситуации. Я не вижу, что написано. Но мне Розе хочется подарить вот этот цветок. А Камила должна прочитать. Пожалуйста, прочитай, что тут написано. А что сейчас надыхаю? Амарилис. Как? Арманит. А ну-ка, дядя, на, ты уже... Ты думаешь, у меня... Ну-ка. Что сейчас я прочитаю. На, ты читай. Тихо. Итак, Розочки, за ее активное, за последний особенно куплет и припев награждается вот этим цветком. Все хлопаем, руки наверху. Ура! Рядом с ней
сидела Камила, увидели, как на последнем припеве она активна. Активна. Я думаю, что Камила сочетается вот, вот так, так как у нее пиджак желтый. И юбочка вот в таком стиле. Я не знаю, как называется цветок, чаще не вижу. Что это? А папа, я умею читать. Не любишь. Ну, это очень хорошо. Нет, ну по блату не надо, конечно. Девочка, по блату. Ну хорошо. Как называется? Цикламен. Цикламен! Есть такой, похлопаем наверху! Я хочу сказать, что подключилась и Паула, именно на последнем куплете разогрелся голосом, только-только, должно жить быть куплет. Только и уже заканчивается. Удивительный ребенок, прекрасный ребенок, который знает весь текст, и что мы шепчемся, когда говорит педагог, шептаться нельзя. Вот, я хочу Паулочке дать право выбора. Право выбора. Руки. Сядь, Камила. Шантал, Камил. Ну, быстро только. Хорошо, Камила читает. Камила читает. Извини. Так, Камила читает. А что, не могу зачитать? Поняла. Пойдем. Не поняла, может, ты прочитаешь? Я не умею. Так, еще раз. Нарцисс. Ну-ка. Правильно, дочь. Правильно. Браво. Нарцисс. Ну, замечательно. Арнелла у нас вообще в старшей группе, и как бы у нее все получается на 5. И я даже не знаю, но вы знаете, это само, я думаю, что тоже дам право выбора. Уже, наверное, так. Наверное, так. Право выбора. Только быстро. Быстро, просто на свет. Я тоже хотела тебе сказать, подарить. Читай. Сама читай. Колокольчик. Колокольчик. Роточка, которая замечательная, тоже на третьем куплете. Простите меня, все на третьем куплете раскрылись, да, Петр Григорьевич? Ну, право выбора. Да. Читай, читай. Камила умница, я тобой довольна. Ну, это Роточка, давай. Как? А нет, все на глазки? Нет? Ну, до конца. Громче. Я пробую. Ну-ка, Камила. Да свистаешь. Тихо. Мне интересно сами. А, ну, сильные глазки. Хамы тут. Правильно? Да. Это Камиле. Браво! Помогайте Камиле еще раз. Руслан, где наш Руслан? Руслан! Я его зову. Пожалуйста. Я тоже пойду. И ты? Нет, Руслан, право выбора, твой цветок, потому что ты помогал. Ты молодец. Сели. Сели. Ты право выбора. Вот это? Нет. Пожалуйста. Хорошо, Камила читает. Камилочка, у тебя не выйдет, девочка, молодец. Стой. Анимон. На этом угрозе. Анимон? Анамон. Анимон, да. Прекрасно, на. Ты заслужил, спасибо тебе за твои сестер. Итак, у нас осталось 4 шоколадки. Эти шоколадки дня рождения, поэтому они будут талисманами. Вы можете их не кушать, можете их хранить в кармане, как на случай, который дедушка Сережа хранит от своей внучки, не знаю какой. Вот, который бабушка Кана что-то хранит, которая Буха что-то хранит. Вот мы такие дедушки и бабушки, может быть, не так отдаемся полностью, но храним. Храним. У каждого своя душа, у каждого своя порыва. Значит, я не вижу, на самом деле. Не вижу. Я просто отдам дедушку за их лицо. Камила, сядь. Нет. Аня, у тебя сделай замечание. Можно? Да, надо. Замечательно все сделал. Только принести потом. Да. Но я бы установил еще главный гран-при. Гран-при. Вот мы должны жюри определить. Гран-при. Нет, но оно есть все равно. Называешь ты его или нет? Гран-при. Вот. А, у меня есть предложение. Да.
По поводу гран-при. Ну, представьте, вот, как ты себя ведешь? Все пели замечательно. Все пели очень симпатичные все, но гран-при, у меня есть предложение. Я считаю, что гран-при вот в этой компании во всей заслужила Камила. Да. Да. Правильно. Да. Заслужила Камила. Это будет по справедливости. Да ладно. Да, потому что она, мало того, что она очень звонко пела, да. Она еще и читала. Да. Она да. Еще и все. Спасибо, да. Поэтому я предлагаю. Спасибо. Гранты. Хорошо, мы это сейчас подумаем. Подумаем. Подумаем, да, дядя Гриша, подумаем, что с гранты. Но я хочу продолжить свою мысль. Я хочу вот эти шоколадки дать дедушкам или же бабушкам, вот наших вот этих детей, которые спели с собой сидел кузнечик. Я не знаю, я пойду по просто вот справа налево, как арабы делают, да, потому что мы люди все-таки изначально с востока. Вот, значит, вам как дедушки, храните. На здоровье, на счастье. Можете не кушать, долго хранить в вазочке и вспоминать малышку и всех наших, и всех своих. Слушай, у всех своих. Дальше. Тоже не знаю, вот которую я хотела дать цветов в камине, она оказалась, не знаю, как он называется, но мне нравится. Я прочитаю, давай я прочитаю. Ну, ты не на какой-то такой стоит. Прочитай, Лекаренок, прочитай. Пион. Как? Это латинская, как вот, ну это можем узнать. Да, вот этот цветок очень прекрасный, потому что может тоже, я не знаю, как называется. Это бабушки Розы, замечательные девочки, и будущность ее замечательная, творческая будет, и, если будет идти. И, конечно, нашему знаменитому дедушке, который здесь присутствует за этим скромным столом, у своей внучки. Не знаю, ну пока мило, что мы здесь пить подарим, да? Дедушке пить. Как? Не знаю. Не могу читать. Лилия. Как? Лилия еще не все. Как? Тигровая. Лилия Тигровая. Лилия, ты еще Тигровая. Это вам за всех ваших внучек. Попробуем пить. Но я хочу сказать, что кроме дедушек и бабушек, которые как бы первостепенные, и тоже значит, нельзя исключить мужчин, то есть пап. Да. Я прошу вас открыть другую коробочку. Папа, мам, ой, да. Ну мы говорили об одной уникальной бабушке. Об одной уникальной бабушке, которая прям там это разговаривает со своим там это внуком. Я ей даю просто вот такой букет за внуков, за всех детей. Камила читает. Камиле 6 лет и 3 месяца будет. Тоже мои бабушки. Мои бабушки попали, они заглавили. Мои бабушки любимые. Кому ты еще попала? Розе, Розали. Розали, это вот, а ты говоришь. Вот ты представляешь? Наши бабушки любимые. Вот она умирала за эти цветы. А теперь папы. Значит, конечно, хозяином сегодняшнего стола является папа Гриша. И вот я теперь уже по-западному, наоборот, справа теперь. Налево. А, Камила, читаешь у Гриши даешь? Дядь Гриша? Крестному. Крестному. За. Нарц. Точно. Вы представляете, какое полярка, какое совпадение. Скажи, Гриш. На устном маковости, уникальность, магия. А теперь другой папа замечательный, более молодой, более, я не знаю, прям уникальный папа, просто уникальный, уникальные дети. Ну все они сегодня уникальные. Я даю, да, вот, дальше, цветок, не знаю, как называется, Камилу, дядя Сережа, что даешь? По Олиному папе и Армезиному папе. Да? Ну-ка, прочитай. Читай. Сейчас, ты сначала про себя прочитай. Ну,
Цикламен. Цикламен. Кстати, о нем я слышала о цветке, но надо... Какие выражения? Пожалуйста, пожалуйста, это вам. Спасибо, прекрасные дорогие. Прекрасные дети, жизнь хотите радоваться. А где моя конфета? Да, все, папы закончились. Мамы. Где мой шоколад? А здесь пока одна мама. Знаменитая мама, которая двоих мальчиков, одной девочки, и у нее здесь еще сидят сестры ее детей, да, замечательные, очаровательные принцессы. Вот почему-то вот такой цветок, мой любимый цвет. Не знаю, что я прям тебя платье вроде так, ну-ка как называется, что золотый даешь? Боже мой, это как у Арнеллы, колокольчик. Земфира, тебе еще нет? Нет, не дали уже. И вот у нас остались вот только шоколад. Значит, кто в этот дом войдет, тому дадим мы сладкий, значит, весна. Которую конфетку съела. Какую? Нет, нет, вы не... Ты же шоколад съела? Да, она вот съела. Ну и про это еще дать? Более новый, шоколад. Вы извините, пожалуйста. А если... Они ровные, лежат, нет? Так, давайте разогреем еще что-то. Значит, кто придет в этот дом? Вы извините, что я так много вижу. Что-то не стыд бывает. Возьми, дорожку. Дорожку. Тёпочкин, а ты алаверды добавь. Рюмочку. Алаверды добавь брату. Добавь. Да просто нет. Добавь, если есть слова, то можешь добавить как бы по... Ты мой зон. Дай, дай Бог, дай ваши слова, да Богу в уши. Давайте, давайте, братья. Вы поддержка, вы защита, нас не будет, вы будете защищать. Вы только на вас строят, они, это вы авторитет. Для Руслана, допустим, у вас младший есть, он авторитет, вы для него авторитет. Вот какие вы будете, он будет стремиться равняться все равняться под вас. А вы молодцы, умнички, что один и что второй. Держитесь так же, чтобы поддерживали своих младших братьев и младших сестер, чтобы все уважали вас, где-то и побаивались. Да. Вот. Это нужно, необходимо, а вы единственный, только на вас надежда. Вся, вся, вся. Мы вас любим, обожаем, молодцы, умнички. Игры, шахматы и балет, не в гостине делают вечер ока. Можно твой, можно ты, свет залезть, платье шить, ведь можно книгу взять, еще раз прочитать, закрасить белый ночь, не только комнат дать, и каждый посылу, да можно расписать, о чем еще я могу мечтать. Я жду, когда же, когда же, когда же, когда же жить я смогу начать. Браво! Рос, а ты не хочешь подпеть? Ты же знаешь все эти песни. Теперь я хочу, чтобы именинница что-то, Розенька, моя королева. Давай из Рапунцы продолжай, что там? А что, она умеет, да? Ты что, спать хочешь? Чтобы ты тебя Руслан посмотрел, какой у нее платье. Ой, Розочка, оденешь платье, я хочу дочь посмотреть, пожалуйста. Желтое, красивое, как солнышко. Ой, ой, вообще. Лучезарное, давай. Да. Так, ты шепталась с дедушкой, рассказывай. Нет, она не расскажет. Нет, что ты хочешь? Ты с дедушкой. Нет. Что ты хочешь спеть? Ничего. Хочешь, чтобы ты пришел? Она про тебя. Да пусть. Ну что? Прокуришь, я понял. Там говорят, как ты красивая. Ты страшненькая? Нет, она тебя любит, она тебя... Нет, она ты красивая. А потому что я уже устала. Ты очень красивая. Спасибо. Спасибо. Значит так, я что хочу сказать? Так, Арнелла, раз такая умная, давай рассказывай что-нибудь. Что-нибудь? Арнелла, расскажи. Здорово, Тойя. Какой ты помнишь? Вспомни. Да. Ты что-то рассказывал, помнишь, дочь? Да. Арнелл.
Какую она там рассказывает? Да. Вообще в ноль горит. А, это вылитый батька. Не знаю, ты стих какой-то. Как его вылета хуже лекарем? Да. Вот наша фигура взяла. Азия! Да. Азия! Нет, с тобой. Да. Вот правда. Вот правда. Нет. Моя королева. Погоди. Собачок пошла. Опа. Пошла, пошла. Пошла, Камил. Камил. День рождения Шантел! Паула. Артем!
Антон, 4 годика. Зуралы, ИТД, ИТП. Камила, Камила.